Парк Гагарина в Приокском микрорайоне – любимейшее место в округе для прогулок и времяпрепровождения зимой и летом. Зеленая зона, где прогуливаются мамы с колясками и играют на детских площадках малыши, зимой превращается в центр зимних видов спорта. А вот ходить через парк в связи с огромным количеством выпавшего снега до сегодняшнего дня было довольно затруднительно. Основные силы средств у нас были сосредоточены на уборке тротуаров, пешеходных переходов. Сейчас вот наконец забрались до общественных пространств. Вот, в настоящее время московский участок дирекции благоустройства убирает парк Гагарина. Ну, как видите, работы ведутся, погода пока позволяет нам убирать общественное пространство. В этом году выпало очень большое количество осадков. Дирекция благоустройства работает в режиме повышенной готовности. Непрекращающиеся снегопады вынуждали городские службы неустанно работать на автодорогах и тротуарах, парковках и площадях, участках первой необходимости. Сейчас небольшая передышка, которую дала погода, позволила обратить внимание на парки и другие места. У нас проходит уборка территории. У нас сегодня здесь работает 11 уборщиков. Вот. Приехало 2 погрузчика, 2 тракторы-щетки. Стараемся привести в порядок центральные дорожки. В приоритете сейчас, естественно, тротуары, там, где в основном большая проходимость людей. Вот. Как появилась возможность, то есть мы пришли, стараемся, в принципе, сделать здесь работу. Обилие снега, как мы видим, радует местных жителей. По периметру парка организована лыжня, школьники катаются с горки, да и малышам такая зима явно по вкусу. А вот пешеходные дорожки теперь расчищены на радость тем, кто ходит пешком и пробираться сквозь сугробы устал. Довольны, конечно, уборка уже хорошо. Конечно, бы еще немножечко с краешку почистили. Дорогу возле дворца бы почистили. А так, конечно, довольны. Мы ходим здесь с палками по утрам. Так, по периметру здесь нормально расчищена дорога, так что там можно ходить и с палками, и так гулять на коляске. Рабочие дирекции расчистили даже занесенные с головой скамейки, постарались на славу. А вот техника работает сегодня еще и на улице Молодцова. В деле можно наблюдать новые машины, приобретенные в начале этого сезона. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».